Ага. Что-то там, вот там что-то случилось конкретно. Мы только что проезжали, я сняла видео, что-то там случилось. Лаплая. Что-то там случилось. Остановили все движение с той стороны. И вот там я видела дальше там телевидение стояла машина. Вот Publix. Небольшая торговая плаза. Так, это мы находимся над этого не бич. Это такой длинненький островок на Атлантическом океане, это Флорида, Соединенные Штаты Америки, естественно. На всякий случай кто-то. I love this woman. Crazy. Он когда за мной приехал, я он качал из окна с 9 этажа. Ну, что мы так долго стоим? Поехали. Поехали. И тут можно отдыхающих видно. Ну, не отдыхающих, туристов. Прохаживающихся. Good. Then drive. Ему нравится самому. Он говорит, я чувствую себя более расслабленным, когда я рулю. Он боится со мной ездить. Хорошо, значит и рули. Вот такие высотные здания. Здесь, оказывается, есть на Дейтоне. Я и не знала об этом, если честно. Я видела, может, я просто не обращала внимания. И вот так удивительно, вот эта сторона на пляже, она вся застроена, а вот эта сторона, она вся пустынная. Вон они выезд на пляже. Буквально вот 10 шагов и пляж. А эта сторона вся такая в маленьких мотельчиках такие, малюкусенькие. И апартменты. После того, как подстригли травку, вот такой штукой сдувают. Я иногда берусь веник подметать во дворе. Он говорит, что ты делаешь? Не во дворе, там на улице возле гаража. Он несет эту дулку и сдувает. То есть они не подметают улицы, они все сдувают. Американцы, я имею в виду. For sale. Он куски земли продается. Купить и что-то построить. Вот бесплатные газеты. Зеленая, желтая, синяя. Пластиковые такие штуки. Дина Дадани. Вакансия. $30 гостиница вон стоит мотельчик в день. Красивое, конечно, местечко такое. Остров, он и в Африке остров, и, конечно, все острова эти очень красивые. Застроены наверняка высотными красивыми гостиницами. Детская площадочка. Мотельчики. Но сейчас, конечно, не сезон. Вот опять пустое место. Тоже вот стоит знак на продажу. What do you think? How much it will cost? This, what? That property? Mm-hmm. Probably $2 million. Говорит, наверное, миллиона два вот этот кусочек будет стоить по строительству. It'll be a hotel there another year. Mm-hmm. Same what happened back there. Конечно, дорогая земля, потому что выход на море, на океан. Вот любимая моя это пожарная машина. Они даже отличаются, пожарные машины Орландо, от пожарных машин других городов. Вот еще какой-то Desert Inn. That one's sold. Кусочек земли уже продан по этой стороне. Funny looking dog. Красиво, оригинально. Каждая. Ага, $30 за рум. Но опять-таки это как бы сказать, они просят. А если через интернет, через priceline.com можно долларов за 15 ее взять, если не за 10. Прямо пахнет островом здесь.
такой красавчик стоит. Вот опять бесплатные газетки и реклама продажи квартир, домов, земли. Did you notice many of these signs advertise hotels say American owned? No. Well, you watch. Many of them do. What does it mean? In other words, they're owned by an American. Why Pakistanis or Indians, and the service is not as good. Он говорит, на многих отелях написано собственник американец этого отеля, потому что говорит многие отели, ну допустим, эй, Хани. I don't know what you want me to do. I got stopped. No problem. Вон опять эти бесплатные газеты и журналы и всякое разное. Down here's another bridge. Maybe. Maybe that's it. Maybe, I don't know. You mean don't here? Don't worry, we'll find it. Maybe. Потому что, говорит, если собственник гостиницы какой-нибудь пакистанец или что-то, то у них как-то там с чистотой не очень все в порядке. То есть там, где собственник американец, значит и чистота и порядок будет в гостинице. Ну, как-то доверие. Like yeah, что-то уже стрёмного. This is gonna be it. It's not a bridge. It's between. It looks like a bridge to me. No, it's a walkway. It's a walkway between hotel. Yeah, well, that's a bridge. But it's not a bridge to. That's not the one. Okay. Okay. Это соединяет парковку с большой гостиницей. Вот она парковка многоэтажная. И из парковки можно по этому мостику перейти в саму гостиницу. Очень красиво, очень, конечно, все оригинальненько, ярко. Вон елка какая стоит красивая. RV show. That's the airship big cars. Uh-huh. Big вон они. Вот эти вот громадные траки будут сегодня. Ух, они. Wanna pull in? Yeah. Ха, какая красота. Мы пойдем посмотрим. Ай, как здорово. Okay, let's go just around. You wanna pay for parking? No. Well, what do you want me to do? Just go back? Yeah. RV show. Это опять этот большой, как называется, большие выставочные. RV show. Yeah. RV show. Это автобусы передвижные, как бы дома передвижные. RV show. Did we come here before? No, we went to Orlando Convention Center. Orange County. Yeah. And that's what I mean by monster trucks, honey. Mm-hmm. They are as noisy as they are big. Believe me. Вот эти вот траки будут сегодня, вот это представление этих больших траков, гонки по гонке. Вот выход, сразу выезд на пляж. Вот машина белая свернула. Вот буквально три шага, и вот пляж уже. Так, мы поехали дальше. Ресторанчик такой симпатичный, прямо на улочке. И мы поехали дальше. Все-таки я хочу найти тот ресторан под мостом, где мы с Жанной тогда кушали. Такой оригинальный, такой вообще обалденный. I love you. Такой обалденный ресторан. Так, I remember something with Main Street. But I don't remember. Ух ты! Не здесь. Вон мотоциклисты поехали, красавцы. Опять батарейка садится, да что ты будешь делать? Ну вот и все. Сейчас уже батарейка сядет, а тогда уже она сама выключится. Вот такая маленькая экскурсия по Дейтона Бич. Это Флорида. Yeah, we came from there. Mm-hmm. Okay. Maybe what? This is the same bridge. You want me to go to the right? Mm-hmm. Because it was bridge and we were going home. Maybe the same bridge. Okay. And if it was probably the bridge over 95. And here will be bridge, and left side you will see the restaurant under the bridge. Well, we had a nice little tour anyway. Pay attention, yeah. Wonderful tour. And I love you. And I love you, my love, my darling. See, this is Atlantic Avenue.
called Atlantic Avenue because it's on the Atlantic Ocean. Вот въезд на пляж, вот он самый красивый пляж, самый famous пляж. И все, мы поехали. Я сбоку показываю, потому что там солнышко, ну хотя можно вот. Ну уже все, уже красота этого ушла, красота этого маленького городка, потому что мы уже как бы выехали с той зоны, с туристической. Тут уже прошло всякое разное. Такие одноэтажные развалюшки. Сейчас мы будем проезжать мост. И, скорее всего, вот под этим мостом и будет тот самый ресторан. Просто я его не обратила. Гейтвей ресторан. Ланч. Ага, вот она опять красотулечка, опять этот мостик. Ой, какая прелесть, пожалуйста, батареечка, пожалуйста, давай снимем этот мостик. Ой, как красиво, как красиво, как он...